Зарубежные поездки дают поэтам немало тем. Видимо, куда-то далеко заехал поэт Лев Ашанин, судя по тем стихам, которые он опубликовал. «Смотрел сегодня танец живота, красивая девчонка, да не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Я написал пародию «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем? Ты свой живот показываешь всем, с тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа, ведь так недалеко и до конфуза халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая, это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд, но я боюсь, что этот факт сочтут вмешательством во внутреннее тело.